какой весь сон. У меня 14 яичек. Жрался и срёт, по-твоему, скину видно. Да. Привет, стендов 2, папх 3. Привет, стендов 2, папх 3. Это только стендов 2, папх 3 мне и могут писать на стриме. Прищепка, запись. Прикольно. Развлечение фури. Тебе не понять. Да заебись, я верстак поставил. В 5 метрах от меня еще один. Блять. Как был старый, я, блядь, скрафтил ту научную станцию, блядь, впритык ко второй научной станции. А если вода добыта из океана, то значит, что рыбы своими пенисами ее касались, и значит, что пить воду гейство. И то же самое с дождевой водой, что птицы летают и тоже своими пенисами эту воду касаются. А своего ты касаться можешь? Это ведь тоже, наверное. Гей или птиц? Да. Да. Я ни леса не нашел голубого, ни бесполезная голубая руда, я тоже. Тоже бесполезный, тоже голубой. 7 яичек эндорских. Отберу сколько. Это и прикол. Это комплимент, что я тебя слышу. Так, кстати, теперь. О! Блять, я перелесил! Так, ладно. Возможно, мне не надо. Блять. Я чуть со стула, блять, пизданулся. Халявное древо мозгов блока. Стой! Нет! Окей, халявное 2 у нас и было. А тебе от одного вот этого вот пиздюля. А, да, снижается. И тебе брейк с палочкой ведь махает. Да, мне. Я выжил. Кейтин, нам мне дали ачивку за каменную кирку. И в тебя попал. Нихуя! Как ты в меня попал, боже? Уйди. Нет. Хорошая него. И, блядь, еще 8 развивок, которые потом не скажут, что я. Ой, бля. Блять. Что такое? А, давай. Ой, да. Помните этот фильм с этим Томом Хохландом? Он Человек-паука, он бегал по Димэшному Бору. Том Хохманд? Хохманд. Ой, еще развилка на 8, класс. А, точно. Картануло на мою письку.